постараюсь вам показать. Правда, неудобно одной рукой. Видите, если осталась щель, надо заполнять. То есть никаких отверстий здесь быть не может. Видишь, прям вот этот вот, ага. Чтобы дырочек не оставалось никаких. Только старайся очень аккуратно. Чтобы на сетку? Ну, вот, видишь, вот это вот у меня неудачно пошло. Ага, я вижу. Но ее выковыриваешь потом, приходится, понимаешь? Угу. Надо вот так вот. Единственное, у тебя очень неудобная леса, конечно. Можно кувырнуться. Я уже кувыркался. Да я уже кувыркался с аналогичных. Это вот одна. Раз. А? Не один десяток раз. Ну тут как раз ты с той стороны, где самое неудачное место. Это много. Так, вроде бы я все заполнил. Ну подожди-ка, я покажу сейчас, где ты говоришь неудачно, а то меня сними еще. Тебя снимаю, конечно, какой обязательно. Я хороший. Ты прямо сними у нас ты герой труда сегодня. Я просто хочу вот эти снять, что ты показывал. Так. Вот это неудачно, видишь, чуть-чуть. Ага. Но потом надо будет из сетки просто выковырять. Сейчас оно схватится. Ага, все. Просто это. Потому все. Что не нужно, чтобы пена снаружи была. Нужно, чтобы она... Это выковырить ее из сетки, добавить клей, чтобы она снаружи не была, ее ультрафиолет сожжет, и там дырка будет, понимаешь, да? Понятно. Давай тебя с пистолетом. Закрыто. Все, давай. Пожалуйста, да. Давай. Спасибо. Да, не нужно.